Всем привет, ребят, на моем канале Цыган МСП. Сегодня мы находимся в одном американском доме. Сейчас мы находимся в лобби, или как это называется, лобби же? Нет. А как? Лобби где-то там. Лобби где-то там. Ну, вот посмотри, как красиво здесь выглядит. Это как main level. Вот так вот здесь украшено. Представьте, обычный жилой дом. Вот тут, я так понимаю, вход. Главный. Вот номер дома. Вот такие вот лампы висят, музыка играет. Вот это, я так понимаю, почтовый ящик или что это такое здесь? Да, это почтовые ящики, я так думаю. Такие вот диванчики тут. Тут выход. Ага, и вот тут, наверное, пару квартир. На первом этаже вот видеонаблюдение, видите? Такие вот люстрочки. Ну и, в общем, так коротко я просто вам хотел показать вот это два лифта. Просто я вам хотел показать, как здесь выглядит в американском доме, обычный американский жилой дом. Сейчас мы находимся на третьем этаже. Ну и просто я хотел вам для начала показать лифт. Как выглядит лифт здесь. Вот такой вот огромнейший просторный лифт. Куда-то мы поехали опять на второй этаж. Просто мне кажется, что лифт автоматически уезжает на первый этаж. Вот посмотрите, вот такой вот лифт, вот такой просторный. И здесь два, кажется. Вот такой вот коридор. Это такой, вот такого типа дом. Посмотрите. Вот так вот он выглядит. В этом доме мы сейчас находимся. Такие вот коридорчики здесь просторные. Сейчас я еще раз попробую все спокойненько заснять. Вот так вот здесь выглядит. Пройдемся по коридору сюда. Такие вот длинные коридоры здесь, с таким покрытием. Здесь сторож, это значит, ну типа кладовки или как это называется. Так вот выглядит обычный гараж. В таком жилом доме. Ну, в принципе, все похоже, как в Германии. Места, разметки, номера. Вот тут вот велосипедный отдел. То есть тут стоят велосипеды. Электросчетчики или газовые счетчики, наверное, если желтые провода. Но доступ, наверное, только у жителей. Вот, бац, свет загорелся. И даже вот инвалидные места есть. Так, ребят, ну всем спасибо за внимание. Это такой короткий обзор. Просто мы случайно оказались в этом доме. И я, конечно же, не упустил момент и шанс показать вам этот дом, как выглядит фойе, как на этажах выглядит. Единственное, я, конечно, не мог вам показать, как выглядит в квартире, потому что человек, у которого мы были, у меня даже как бы язык не повернулся спрашивать его об этом. Это, так сказать, то есть он нам не родственник и не друг. Всем спасибо за внимание. Если вам понравился ролик, ставьте лайк,
Подписывайтесь на мой канал и до встречи в моих новых видео. Пока. Найдешь. Ну, Лариса сейчас перед нами поедет. Вот еще, ребята, под конец домик с улицы вам покажу, как этот выглядит. Вот так вот он выглядит. Вот этот домик такой симпатичный, по моему мнению. Направо сейчас поедем. Вот тут прямо около стадиона и прямо около даунтауна Миннеаполис находится это здание, эти квартиры. Вот Target Field Station. Тут трамвай или трамвайная остановка. Да, вот еще раз этот домик. Ну и все. Всем спасибо за внимание.